Ну, а мы говорим, нельзя перед покойником идти. Пойдем. А никогда здесь не был. А? Никогда здесь не был. На кладбище? На этом нет. Ну как, был очень давно один раз. Песок носил. Лет 10 назад. Ну, недалеко. Это близко. Это не оттуда нести, как нам предлагали. Да, да. Язык подвешен. Мне надо крысу держать там у себя в руках. Сидит и молчит, и сейчас найди твое дело. Сидит и молчит. Кого это самое? Пусть платье. Песочек вот там, песочек. Ленчик не имеет. Сегодня. Когда закроют сельфом, да, когда все простятся, вот тогда уже сельфом. Вот это цветы. Вы сейчас попрощаетесь, закрывайте его. Да,
сюда, давайте. Прости нас. Отдыхай, давай, спокойно. Так, все, закрываем. Все. А ноги-то надо развязать. Все развязано. Ноги. Хреново. Некогда бриться, да? Господня земля исполнение я, вселенная и все живущие на ней. Какого Библию? Бабка Лёля. Да? Здесь, куда вы? Бабка Лёля. А, на неё.
Потом пойдем. Здесь как раз будем выезжать, и там Thank you.
плохо, что на фотокарточке стекло разбито. Чего? На фотокарточке стекло разбито. Кто? Кто-то сюда вот положил. Один из них перешагнул. Это плохо. Поменяем. Ну, на первое это время что? Потом, конечно, надо Тут невольно о жизни задумаешься. Продолжение следует...
Видеосъемку веду. На память. Ты пускай, ничего. Нет, а я завтра, сейчас я куплю новую рамку, а завтра я принесу. Мне нравится, как это корзина. Вот да, мы милые наши. Туда мы вот маленькие. И вот так, вот так. А может сбоку поставить, обязательно на это? Вот между ты поставь. В середину могилу можно поставить. Да, сюда, на это. Вниз. А цветы-то на это? И цветы пусть туда, в корзинку вот так. Да, 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 вон она сидит, улыбается у нас. И ту корзинку, Юля, поставь. Юля. Нет, нигде баночки-то пришло, не валяются. Сейчас найдем. Есть вон там бутылки. Сейчас найдем. А что это сюда поставила корзину? Смотрите, сейчас не обидится на что-нибудь выигрывается. Воды. А там еще где-то бутылка была. Воды. А воды-то налей. Короче, пневмония и гидро какой-то, это же с мозгом что-то связано. Гидро какой-то. А пневмония, это, наверное, что она лежала уже. Так, вот, больше месяца, да. Температура под 40.
Ходят, и да, и ходят. И что, не слышали? И не слышали, видимо, да. Она придет, они все врачей вызывают. Даже была же Верочка. Конечно, была. Ну что, я просто на антибиотики продала. Вера пришла? Пришла жена. Давайте. На это самое. Какого теперь поколем? Да, фотография муж намокнуть. Ну вот когда? Нинка-то 26 февраля. На, здесь, когда кто-то из них переступал через ограду, он наступил как раз на фотографию. 74 годика было. Санька, сколько 17 лет уже? Они все подрядные. Женщина тут все-таки. Все открывается, да.